Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Мертвый остров. С нами все так же Станиславчик, комрад Монстр Трак. Я даже не знаю, какой из этих двух товарищей более страшный человек, потому что оба маньячины еще те. И мы продолжаем проходить. Уже началась 12 глава. Я, честно говоря, уже не особо слежу за сюжетом, но что-то происходит. Мы сейчас в какую-то деревню направляемся, видимо, там истоки... лекарства. Чё? Так, я не вижу тут чего-то, что было бы мне нужно. Так что подождем, пока комрад закупится. Вот починиться мне бы не помешало. Где у нас там... Хер поймешь. Где у нас там верстак? Где-то тут. А, ну да, вот он. Блин. Чё я пью-то? Да, починим кувалду, потому что она у нас износилась вся, пока я шарашил по бошкам. Но все равно, конечно, основная доля урона этим гадам была нанесена двумя этими маньяками. Ой, ну и ладно. Вот наш джип. В этот раз я поеду на заднем сиденье, потому что джип очень крутой, а водить его мне, честно говоря, очень лень. Тем более, что Станиславчик у нас водит все-таки, по-моему, лучше, чем я. Ну, у Monster Truck у нас крутой зачетный пистолет. Так, Станиславчик, ты, по-моему, не в ту сторону едешь, да? Задание. Найдите лагерь аборигенов неподалеку от лаборатории. Для этого нам нужно... Хер поймешь. Ладно, разберется, я думаю. Дави его. Вон того дави, главное. Хорошо. Так, там кто-то был. Давайте спасем там чувака. А, тормозни там, чувак в этом был. В домике. Ему определенно надо. Ау! Уйди. Так, ладно. Да блин, я опять не то беру. Тут, конечно, дохерище народу, но... Где он там был-то? В этом доме, нет? Или в том? По-моему, вот в этом. Ой, что-то я запутался. Так. Воу. А вот ты. Давайте возьмем этот клинок. Ну и все, в принципе, поехали дальше. С остальным, я думаю, он разберется. Или будем выполнять его задание. Смотрите, если кто-то хочет взять его квест, можно взять и выполнить. Мне просто, как бы, такие вещи делать лень. Только если на ваше желание. С вами, пацаны, хоть на край света. Так, за нами кто-то гонится, а мы, тем не менее, едем дальше. Народу просто куча. Но пока у нас тут такая мясницкая происходит, я, пожалуй, глотну лимонада. Найдите другой путь в пещеру. Хорошо. Такие ворота, как в этом фильме про Кинг-Конга. Куда сюда? А, вот он. Понятно. Ладно. Это уж какой-то Индиана Джонс пошел просто. То лаборатории, то пещеры. Разнообразная игра. Хорош. Мне это нравится. Но то, что тут такой кооператив зачетный, я даже, честно говоря, не ожидал, потому что поляки все-таки есть поляки. Так, какие-то дебри. Как мы сюда попали вообще? Твою мать, что за арена?
Пожалуй, я возьму что-нибудь позлее, допустим, вот это мачете, потому что чувствуется, сейчас что-то будет. Лучших воинов ОП. Хорошо. О, к нам еще кто-то пришел. Полный набор. Стимквизитор. Добро пожаловать. Так, ладно. Ну и чё? Вылезать, по-моему, никто не хочет, да? Может, мы что... А, вот, пошел. Или не пошел? Погодите, надо спасти. Полечим человека. Так, то ли я чего-то не понял. А, все понятно. Это лучшие воины их, что ли? Зомби. Хорошо. Стинквизитор, я надеюсь, что ты из подписчиков и просто из моих друзей, я вас всех, к сожалению, не знаю. Но если ты попал сюда случайно, то поставлю тебя в известность, мы записываем прохождение на YouTube, так что не удивляйся тому, что я буду много говорить. И надеюсь, ты понимаешь по-русски, если вдруг ты из какой-нибудь заокеании. Так, ну и ладно, у нас, по-моему, пока все тихо. Довольно-таки неплохо получается. Стинквизитор, по-моему, примерно того же уровня, что и я, потому что ему тоже довольно-таки несладко приходится от этих замесов, что тем не менее радует, потому что надоело быть одним таким слабеньким на фоне двух этих Годзилл. Не побоюсь этого слова. Так, нам, по-моему, надо принимать просто их уже, как это, как конвейер какой-то. Ну что, все? А вот что-то открывается. Это что за хер? Твою мать! Ату его, ату, пацаны! А! Так, у меня что-то аптечки, что ли, кончились? Ну ладно. Это что был за хер? Ну, во-первых, здоровый как-то там бал, но при этом довольно-таки быстрый. Так, вперед за Станиславчиком. У меня есть Алеандр, по-моему, если я его не продал, конечно. Хотя, по-моему, продал. А, у меня его нету. Ну ладно. Так, ну ладно, наберем еще. 200 метров. Че, пешком пойдем? Куда это мы быстро перемещаемся? А, мы переместились к лаборатории, понятно. Так, ну... Что-то мы встали все. Это кто там кричит так страшно? Мы что-то, по-моему, всех поубивали. У тебя не продается? У тебя не продается никакого Алеандра. Зато у тебя есть патроны для винтовки, как я их не видел раньше. Хорошо. А мне это нравится. Блин. Это какие-то не те патроны для винтовки, по-моему. Ладно. Что-то я потерялся, что ли. Так, что мы делаем? Я не совсем понимаю. Я потерял нить, но Станиславчик нас уверенно ведет куда-то. А, все понятно, там просто рутинный квест был.
Что-то я затупил опять. О, устал сегодня. Уставший, как собака. Так, ну и что за квест у нас? Задание. Дьявольская наука. Помогите ученым в лаборатории. Хорошо. Похоже, еще с кого-то надо взять квест. Так, это что, типа он? По-моему, это не он. We're running out of aluminum potassium sulfate, and its use is crucial to our research. Can you get me that chemical from... Хорошо. Ну ладно, Станиславчик. Всего хорошего. Пока. Так, а мы тем временем, значит, куда направляемся? Задание. Важные вещества. Понятно. Давайте, что ли, сделаем его основным. Так, ладно. Отнесите ведро с химреактивами со склада в лабораторию. Хорошо. Кто со мной, этот герой? Погнали. Довольно-таки недалеко, надо сказать, это место. Так что, пожалуй, пойдем пешком. Так, монстр трак у нас что-то отстал. Но вроде бежит. Вроде бежит. Хорошо. Собственно, самой лаборатории мы еще не были, так что можно ожидать чего угодно. Так. А тут у нас стоит, понятно. Так, ладно. Да. Что ж с вами? Станислава Бухова, мать вашу. Хорошо. Где-то здесь лежит... Так. Ну, собственно... Падай, мать твою. Ты посмотри. Ладно. Так, кто-то еще встает, или мне кажется... Понятно. Так, что-то монстр трак у нас потерялся. Не знаю, где-то застрял. Ну да ладно. Тебе надо будет присоединиться, я думаю. Вашу мать. Сколько же вас тут. Падай. Хорошо. Так. Вот у нас химикаты. Пожалуй, я их потащу. Так, подожди. Хорошо ли мы поступили, открыв вообще? Открыв эту. Так, ну ладно, я понесу химреактивы. Вы постарайтесь меня защитить. Идти нам, судя по всему, вот этой дорогой. Ладно. Ой, да, надо с этой стороны пойти. Так, ну, вот так-то я их кину, пожалуй. Надеюсь, никакого заражения не произойдет. Все, потащили дальше. Знаки на этой канистре, конечно, не внушают. Что только не написано. Тяжелая канистра, блин. Такой здоровый мужик так тяжело тащит. Хорошо, так... Ну все, вроде пришли. Так, нам обратно в лабораторию. И потом еще один сайд-квест, судя по всему, надо будет взять, прежде чем откроется опять главный сюжетный. Не знаю, посмотрим. Бляха-муха, да кто тут орет? Тут же никого нету вроде. Так, тащим ее сюда. Где он там? Я уже забыл, где он спрятался.
А, ну вот, понятно. Вот его. Держи свою канистру. Так, куда ее тут ставить? Что-то не вижу. Куда ставить канистру? Что-то, блин, то ли у меня не отображается, то ли что. Может, кто-нибудь поставит? Я, честно говоря, не вижу, куда ее ставить. А, понятно. Блин, это я опять. Вон я куда, значит. Хорошо. Yes, you did it. Так, ну ладно, модификация Скорпион. Так, и чё? Чё у нас там дальше? Давайте найдем еще один квест, что ли, ребят. Так, вот ученый. Transformation takes place so quickly, it's impossible. John and Nick agreed to test the drugs on themselves, but... Достаньте образцы мышечной ткани зараженную и отнесите их в лабораторию. Говно вопрос, погнали. All right. We managed to lock a few of the infected in the stock room. You need to draw the sample from their muscle tissue. But hurry, if they mutate any further, it'll be too late. Кто-то тут маньячит. Так, ну ладно. Задание это у нас, судя по всему, довольно далеко. Можно на машине ехать, так что идем на выход. И полезем в машину. Похоже, где-то за углом просто спрятался амбал или толстяк. И заунывно ревет, потому что он один, никому не нужный. Так, чё, кто поведет машину? Кто хочет? Я, пожалуй, сяду на задний. Или на передний. Нет, я ушел. Сяду вот сюда. В принципе, конечно, 100 метров можно было пройти пешком. Ну да ладно. На машине так на машине. Блин, мы в ту сторону вообще едем, нет? По-моему, нам туда. У тебя, может, не тот квест активен? Я не знаю. Так, ладно. Хорошо. мы, походу, так долго будем ехать. Ну ладно, я бы, в принципе, справился гораздо хуже, потому что у меня с вождением вообще все плохо. Или нет. Так, мы поедем куда-нибудь сегодня или нет вообще? Походу нет. Ну ладно, пролезли таки. Так, нам нужно взять образцы мышечной ткани, но при этом... Ой, ты не убей нас, смотри. Водитель, будь осторожен на дороге. Так, лучше, по-моему, выходи. А, куда я упал? Вашу мать, я сейчас убьюсь. Так, ладно. Ты куда машину загнал? Ладно, давайте пойдем. Осталось 30 метров всего. Как-то их надо по-быстрому убить. Я, конечно, не совсем понял, но что-то... Что-то такое, в общем. Бакинские. Так, ладно. Вот похоже. В этом здании. Так, сначала исправимся с этой. Тихо. С этой свитой. Эл! Эл! Тихо! Не надо меня убивать! Вашу мать. Вот это было дело. Так, теперь у нас там кто-то еще встает. Все, нет. У нас там два монстра, их... Так, как там по заданию это звучит? Хер знает. Похоже, их просто надо убить. Вашу мать, там кто-то злой. Давайте идите, у меня здоровья, честно говоря, маловато. Хотя у...
у вас не больше. Нормально так, хрупкая девушка выламывает двери. Один образец готов, а второй образец тоже надо взять, вот он. И, в принципе, надо ломиться обратно. Я не уверен, но, похоже, это все на время. Хотя могу и ошибаться, скорее всего. Так что пилим обратно. В темпе. Кто-то у нас срезал путь. По-хитрому. Вот наш матерый джип стоит. Видимо, он тут припарковался навечно. Так, ну да ладно. Что там творится? Чем мы пропустили? Ну ладно, так, идем, в общем, сдаем им образцы плоти. И вроде как все хорошо у нас будет. Так. Почти пришли. Держи свои образцы. Новый уровень. Хорошо, так. Никому магнум не нужен. Потому что мне, честно говоря, с огнестрелом как-то не особо все складывается. Так, что у нас дальше по заданиям? Все, поговорить с Уэстом. У нас сейчас пойдет главный квест сюжетный. Это хорошо. Возможно, мы даже сейчас выберемся таки с этой лаборатории. Потому что она, честно говоря, начинает уже поднадоедать. But this new virus is very different. It goes full-blown within hours. I think I may be able to create a vaccine, but to do so, I need a stable version of Kuru that hasn't yet mutated. Can you help me with that? Видимо, сможем. Must find someone from Opie's clan. Someone who hasn't had any contact with the infected, and get a sample of their blood or tissue. Speak with the shaman, because I don't know if anyone like that even exists. Так, понятно. Нам... Че-че-че. Короче говоря, задание. Чистая кровь. Поговорите с Каритой ОП. Хорошо. Так, собственно, этим мы сейчас и займемся. Я думаю, мы успеем в этой серии выполнить это задание. Хорошо по-своему, конечно. Так, я не помню далеко, блин. Жаль, конечно, у нас нет джипа. Наш джип сидит днищем где-то там. Так, Каритоя ОП у нас, в принципе, не очень-то и далеко. Сейчас пройдем по тропинке. Так что пешкодрапчиком, как говорится. Так, пилим сюда. А где-то здесь должна быть тропинка, судя по карте. И тут осторожно, куча зомби. Да вашу мать! Вот я только не хватало. Зато с них хоть денег дают, как с куста. Так, и где-то тут у нас срез. Насколько я понял. А нет, еще не тут. Дальше, за поворотом. Вон еще зомби. Вашу мать, кто там так страшно кричит. Yeah.
Star Trek у нас замешкался. Ну да ладно. Так, где у нас тот срез? Я его пока не вижу. А, вот он. Или нет? Что-то надо сказать, какой-то странный срез. Я вообще не понимаю, как отсюда можно пройти. Видимо, придется пилить. Хер знает. Придется идти назад, пройти через лабораторию. У меня, кстати, затупилось оружие. Возьмем пока мачете Бова. А вон у нас джип новый стоит, так что мы сейчас с ветерком проедем. Так, я поведу. Я поведу. Или он, пускай этот ведет. Так, ну давай посмотрим, как ты водишь у нас. Гор, конечно, ни хрена не видно, куда едем. Ну да ладно. Насколько все-таки хорошо проработанный мир. Временами прям диву даешься. Так, ворот сами открываются, не сами. Ой-ой-ой. Так, пока они ведут, я, пожалуй, засуну себе в инвентарь пистолет. Так, засунем его на место, пожалуй, вот этого мачете. Так, ну и мы приехали довольно-таки экстремально, надо сказать, в эту деревню. Так, вот у нас шаман. Хорошо. The only warriors left are in the tombs of our ancestors. It is in the mountains near our village. Take me to your boat, and I will lead you. Хорошо, нам нужно отвезти отца Опе. Так, куда он ведет? Или его в машину сажать надо? Far before the first of my kind walked the land. Before this world even existed, it is... Он в машину-то не садится. Так что придется пешкодрапом идти. Far before the first of my kind walked the land, before this world even existed as it is, there was another time, the dream time. In this time, nothing had substance, and there was no life. We existed without care, without pain, without purpose. We traveled there in our sleep. Как говорится, и тут Остапа понесло. Чешет всякую чушь. Ну да ладно. В очередной раз удивимся неторопливости местных NPC. Так, ну давай шагай, ну что ж ты какой, а? Куда он хоть далеко нас будет вести? А судя по всему, он нас вот сюда к лодке приведет. Так что минуты 3-4 еще точно будем. А, все, побежал наконец. Ну, моя пуля вообще без радости. С аппетитом жрет. Без радости, говорю, без разницы. Так, ладно. Кого-то я там слышу. Кто-то к нам идет. Ой-ей. Хорошо.
прилег. Так, никто фруктов не хочет на халявку. Да что ж ты не успокоишься, лучше пошел быстрей. Так, тут еще зомби. Что-то там есть, что ли? А, ну понятно. Практически пришли, осталось дождаться, пока этот торопыга наш приблизится сюда. Он что-то не особо спешит, конечно. Так, ладно, возьмем пока шест. Заброшенные какие-то доки. Так, мы с этой стороны вообще пройдем, нет? Интересно мне, откуда пойдет шаман, потому что кроме как спрыгнуть, другой возможности вообще нет. А, он, возможно, как-то поверху пройдет, я не знаю. А, ну все понятно. Нашел свой путь. Так, ну и что, мы подошли к лодке. Видимо, сейчас и будет квест. Тут наш Раста. Так, ну, собственно, и все, похоже. Едем в катакомбы. Так, что для этого нужно сделать? А, все понятно. Это я задерживался, значит. 14 глава уже, обалдеть. Я не думал, что их тут больше 12 будет. Что-то по слухам такое было. Так, а нам, судя по всему, опять надо его защищать. Возьмем это. Так что постараемся пройти без происшествий. Конечно, надо было лодке починиться, но да хрен с ним. Какой-то тотем стоит. Огромный. И тут, как обычно, куча зомби. Кругом они. Ой, какой бегой. Так, ну ладно, народ справляется. Давай, наконец-то побежал. Я посмотрел, он и бегать умеет, оказывается. За странные звуки. Лягуха где-то, что ли, рядом. Так, кого-то мы видим. Это здоровяк опять. И кроме него тут еще хватает, конечно, супостатов. Вашу мать! Успокойся! Так. Все вроде бы нормально. А, он еще бежит. Нормально. Тут, похоже, вся деревенька зазомбячилась. Напоминает, кстати, Resident Evil 5. Был там схожий момент. Где-то рядом взрывной зомби, так что будьте осторожны.
пожалуй, я ее взорву, так что держитесь от меня подальше. Все нормально. Так, ладно. Шаман наш опять чесанул. Может же, как хочет. Так, ну что, мы долго еще будем идти? А вот, судя по всему, уже начинается за поворотом. Баксы. Бакс, это хорошо. Вали его. Так, там еще бежит. Слышу, слышу. Фу, какая толстая баба. Так, ну что, где там шаман-то наш? Опять ползет. А, нет, нормально. Так, ну хорошо. Возьмем, пожалуй, кувалду. Так, вроде все, отъехал. Нет. Заломали амбала. Так, где там наш шаман? Ладно. Почти пришли, похоже. Ты посмотри, что они тут понастроили. Обалдеть просто. Так, кто-то там бежит. А твою мать. То, конечно, бабла с них. Да кто там кричит? А вон толстячок внизу стоит. Так, все спокойно. Где там этот? А вон он бежит. Хорошо. Довольно долго идем, кстати, надо сказать. Что-то не ожидал. Отлично. Так, и что нам делать? А, понятно, сайгач. Хорошо. Только я один, похоже, так хорошо прыгнул. Ладно. Так, ну вам, видимо... А что вам делать-то? А, у вас лесенка есть. Так, хорошо. А может, я сейчас смогу просто опустить ее? Че, я вас жду?
Он же тут, по идее, поблизости. Да твою мать! Ладно. Так, все, мостик опускается. Хорошо, так, что у нас здесь? Танто. Нормально. Ты посмотри. Красота прям. Так, ну вроде как пришли. Какого хера? Did you see that, man? That was fucking voodoo, not a living dead shit. I don't see any bite marks. If she didn't eat those stiffs, then she's probably fine. And what if she ain't fine? Maybe you should ask her, huh? Hey, Shelby, you have some zombie for lunch? She's saying something. I heard too. Everyone had to. They believe if they'd eat, they would live forever. We'll have to take her with us. First, we need to find them damn mummies. Over here. Now what? Да уж. Так, ну что, теперь нам за Еремой надо следовать. Да что ж такое? Будем надеяться, дорога не такая долгая, как предыдущая. Ой, кто-то слышит. Там у нас зомби. Ну пусть себе. Твою мать. У нас проблема, похоже, да? А, еще идет. А, побежали они, похоже, бесконечно респаунится. Ой, за мной кто-то гонится. Да с ними, похоже, бесполезно воевать. Ну да ладно. Да пойдем, их тут куча. Так, что у нас тут происходит? Ой. Так, я не то взял. Птичка. Все, бежим дальше. Ты посмотри, это прикольная миссия.
Так, раз тут, похоже, можно спасти. Ой, как бы не упасть тут. Вашу мать, кого тут только нет. Ой, что-то я прокосил. А, ну ладно, давайте разбираться с ним. Ножик у меня, конечно, не самый зачетный. Так, народ у нас на стероидах, похоже. Так, и теперь... Так, куда он убегает, что ли? Ну ладно, давайте поговорим с нашей этой Еремой, или как ее там. Понятно. Короче, к лодке она нас ведет. Так, ну чё? Да, починиться по-любому надо. Хорошо, так, отправляемся в лабораторию. Это хорошо. У нас машина нигде не припасена. А, она же на машине не эта. А какого хера? Почему бы и нет? Так. Давайте я поеду. Ну, в принципе, ладно. Тогда я на заднем сиденье поеду. Хорошо, народ у нас там на пролом пошел. Давай-давай, езжай. В принципе, мы туда же попадем. Нормально. Дальше мы, по-моему, тут не проедем уже. Нет. Никак. Ерем-то пройдет? Нет, надо машину переставить. Все отлично. Так. Ну мы практически пришли уже. Если сейчас, конечно, ничего плохого не случится. Так-то уже 100 метров осталось. Вон, по крайней мере, один. Идут, идут. Вашу мать, что за мест такой? Так, ладно, нормально. Все живы-здоровы, слава богу. Так. Как это? Ох ты, у вас опять там дохилище бежит. Отлично, меня полечили. Спасибо, камрады.
Это, блин, на карте все гораздо ближе выглядело. Так, ну что ты встала? Так, что там, Ерема? Потерялась, что ли? Ваша мать там орёт так страшно. Где-то он там. В ту сторону нам не особо надо. А вот толстяк тут. Кто хочет с толстяком драться? Так, ну, пожалуй, я возьму мачете и пошли его резать, что ли. Втроем-то он не страшен. Да и в одиночку, в принципе, тоже, как я уже говорил. Отлично. Довели таки. Негрило. Так, а что, куда она делась? А, вот. Так, видимо, сейчас надо поговорить с Уэстом. Денежки. И посмотрим, что у нас. This might just work, but it will take some time. We may be able to save this island after all. As for the girl, I need to check her blood. If she's infected, she should stay here. We'll be in touch. Так, ладно, ну на этом, наверное, закончим. Увидимся с вами завтра. С вами был Артур и комрады Monster Truck и Стинквизитор, за что им большое спасибо. Всего хорошего, пока-пока-пока.